Так, 1 января 14, ой, господи, не 14, 15 уже год. 8 часов утра по Киеву, минус 24. Пейзаж достойный того, чтобы его запечатлеть. Близ города счастья. Ну, очень красиво. Не знаю, передаст ли эта камера. Вчера этого иния на деревьях еще не было. Я, конечно, сильно извиняюсь за однообразный антураж. И прошу меня понять. Находимся все-таки на боевой, на огневой. И особо отсюда двинуться никуда не можем. Ну, красоты пейзажа это не умаляет. Повезло нам с новогодней ночью. Стреляли разве что фейерверки. Тяжелая артиллерия работала километрах в 11. Это туалет, который выглядит лучше, чем мой блиндаж. Это блиндаж номер один, который выглядит хуже, чем туалет, но комфортнее. Это блиндаж, который по праву должен называться номер один. Это мой блиндаж. Треноги с бусолей. Ну, очень красиво, по-моему. Пресловутая соболка, на которой я все свои передвижения осуществляю. Это офицерский блиндаж. Видно, что 8 утра 1 января. Окрестности выглядят довольно безлюдно. Кукушка номер 3. Давай я тебя еще раз с Новым годом поздравлю. Мы ожидаем, бажаем счастья, здоровья, благополучия всем родинам и дай Боже, чтобы все закончилось. Побыстрее причем. Быстрее закончилось. Не знаю, опять же камера передаст, но очень красиво. Ну, а там, по-моему, знак «Осторожно, мины».
А, нет, это просто мишень, по которой наши ребята пристрелились. Так, это у нас блиндаж разведки. Ну, в общем-то, конечный пункт. Черное пятно — это от БМПшки, которая на данный момент отсутствует. И четвертая кукушка. Леша, где пожить-то там? Ты, боже мой, а что у вас тут так тесно? Слушай, тесно. Привет. Четырех кукушка лишь. С Новым годом. С Новым годом. С Новым годом, Серега, с Новым годом. А Вовку забыл. Первым снял. Ну вот это, конечно, и пункт нашего местоположения.